стране, по официальным данным, больше 2 миллионов самозанятых. Это те, у кого есть постоянный доход, но нет стабильных пенсионных отчислений. Все они потенциальные онлайн-заемщики, ведь банки второго уровня в кредите им наверняка откажут. Если не будет легального рынка, да, он, соответственно, потребность в деньгах у него не исчезнет. Но куда он пойдет? Он пойдет тогда на тот самый серый, криминализованный рынок, да, долговой, ростовщический, какой угодно, да, там, где его будут кредитовать под большие проценты, под большие залоги, где его будут кредитовать в долларах, где он никак не защищен. В данном случае потребитель не защищен, налоги не платятся, государство страдает. Соответственно, да, там рост может быть там криминальных разных структур, которые этим будут заниматься. Вот они риски. Онлайн-кредиты в Казахстане предоставляют порядка 25 компаний. Из них 15 состоит в ассоциации «Финтех». На их долю приходится 90% рынка онлайн-кредитования. Все члены объединений работают по строгим правилам. В первую очередь защищены права заемщика. Так установлен максимальный уровень долговых обязательств в 3,5 долга. То есть при займе в 10 тысяч тенге с клиента не потребует больше 35 тысяч. Переплата, имеется в виду, она на самом деле не такая большая. То есть, к примеру, если средний чек, который у нас люди берут, это 55 тысяч тенге. Они берут сроком примерно 3 недели. По сути, получается, вся его переплата составляет 10 тысяч тенге. То есть это за 3 недели. В ассоциации готовы пойти на еще большее понижение. Они предлагают включить в законопроект норму об ограничении в 2 долга. То есть при займе в те же 10 тысяч тенге с клиента не потребует больше 20 тысяч. У людей должен быть выбор. Что не бегать по банкам, а идти туда, куда им можно. Кто-то хочет в ломбард, кто-то хочет в онлайн-кредитование. Пожалуйста. В Мажилисе, напомним, рассматривается законопроект об ограничении рынка онлайн-кредитов. По статистике, в долг онлайн чаще берут жители отдаленных регионов, то есть там, где традиционный банкинг практически не представлен. Жанна Абдулхабар, Канат Кигизбаев, телеканал Алматы.